С 10 октября, согласно постановлению администрации Тамбова, «Квадро» начала поэтапную подачу тепла в многоквартирные дома города. Процесс пуска тепла горожанам непростой и требует времени и плавности, чтобы во время повышения давления в трубах не вызвать порывы на внешних и внутридомовых коммуникациях отопления. Сейчас осенне-зимний период. Мы включаем отопление, подаем теплоноситель на жилые дома. Открытием задвижек прямого и обратного трубопровода мы подаем теплоноситель на жилые дома. В данный момент теплоноситель подан. Теплоноситель подан в квартальные сети. Дальше работа управляющей компании, чтобы тепло было в каждом доме. Первыми тепло получают жители центральной части Тамбова. Обусловлено это тем, что предварительная подготовка повысительных насосных станций для пуска тепла в эти многоэтажки не требуется. Другое дело – северная часть областного центра, расположенная выше уровня Тамбовской ТЭЦ. Сюда тепло приходит чуть позже, после того, как энергетики включают насосное оборудование и повышают давление в сетях. В данный момент мы можем посмотреть, сколько приходит теплоносителя с ТЭЦ. Показывает 70 градусов по Цельсию. Все. Обратный трубопровод 43 градуса. Нормально. Пуск отопления – общая задача ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. СТП-72 включен по теплоносителю. Передайте управляющей компании, чтобы включали отопление. Горячая пора в прямом смысле выражения в этот период и для управляющих компаний. Специалистам предстоит выполнить все необходимые работы на внутридомовых сетях. Вот теплоноситель пошел через обратку, через трубу. Система заполнится. Потом через прямую будем разгонять. Но даже при поступлении теплоносителя в дом одномоментно все батареи горячими не станут. Специалистам еще предстоит качественно наладить коммуникации отопления, в том числе стравить изнутри домовой системы воздух, попавший туда, в ходе заполнения сетей дома. Открыть вводную запорную арматуру и произвести развоздушение стояков по квартире. То есть, если у жителей возникают какие-то вопросы по поводу, допустим, одна комната не топится, там спальня, а кухня топится, то, соответственно, сделать заявку в аварийно-диспетчерскую службу, а также сообщить об этом. Несмотря на то, что отопительный сезон уже начался, поставщику ресурсы дают время на запуск и регулировку всей системы теплоснабжения. До 24 октября такой срок отвели нам на пусконаладочные работы. Нам предстоит перевести все теплопункты в зимний режим работы, включить циркуляцию отопления в квартальных сетях, а также наладить гидравлический режим. Со своей стороны, управляющие компании должны открыть задвижки на дома, заполнить внутридомовые системы отопления теплоносителем, отрегулировать гидравлический режим и по необходимости развоздушить радиаторы. Не стоит забывать, что перевод теплосетевого комплекса на зимний режим работы – это своего рода стресс для всей системы теплоснабжения, так как энергетики включают дополнительное насосное оборудование и повышают рабочее давление в трубопроводах. Поэтому в это время могут происходить порывы на теплосетях всех уровней – от магистральных до внутридомовых. Поставщик ресурса просит отнестись к этому с пониманием и сообщить обо всех замеченных неполадках в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании, а также по единому многоканальному телефону ПАО «Квадро» 57-55-57, кнопка 1. Людмила Марченко, Николай Иванов, Данил Лычко, область новостей.